Всем привет, дорогие парни. Ерон с вами тоже хочет познакомиться. Дорогие ребята, всем доброго вечера. С вас приветствует All Gaming, да. Снова записывающийся с вечера воскресенья на ночь пятницы. Интересное там было какое-то противостояние человека-мотоцикла. Правда, недолго оно продлилось, у меня какая-то пушка исчезла. Ну ладно, тем лучше. У меня сегодня в планах было съездить, наконец, немножко преобразить своего персонажа. И... Блядь, где это можно сделать? Давайте, может, вот здесь. Зачем нам ехать какими-то долгими путями, если мы знаем обход? Логично же, правильно? Так, ладно, так, аккуратно все, это не считается. Что? А, тут, оказывается, был барьер, извиняюсь. В общем, сегодня такие дела у нас, что хотел поискать что-нибудь прям ультраинтересное среди машин, попробовать купить, то есть что-нибудь новенькое, то, чего у нас еще не было, какой-нибудь Mercedes бы или что-нибудь типа того. Такое же, может быть, даже и недорогое, кстати говоря, но я не знаю, смогу ли я что-то найти вообще интересное. Может быть, продать что-нибудь старенькое, да? Ну, такой будничный выпуск. Опять же, с обсуждением всякой фигни. Кстати, а мне вот действительно хотел сделать вот так. Ну, не совсем так, но очень похоже на это. Так. Не знаю, почему я не полетел. Очень странное действие. Мы въезжаем в город. Время утра. У нас наконец-то будет не ночная серия, а дневная. Так, ну мы, в принципе, уже влетаем в магазин с одеждой. Где он у нас тут? Блять, он так заебался летать с того мотоцикла. Просто уже бесит, не знаю. iFruit 9X. Кстати, я вообще в открытой сессии-то? Понятно. Кто там, Дракоша со мной? Да, Дракоша 22. Интересно. Эту серию мы записываем с Дракошей, как вы понимаете. Хотя, о, может, какие-то костюмы есть. Вот, блядь, подбирать заебало, если честно. Блядь. Сука, Томас Шелби, блядь. Ну, это вообще пидор какой-то. Это, блядь, как его этот Патрик, блядь, святой. Блядь, ну это вообще ужас. Элегантные. Блядь, ну даже не знаю. Застегнутые. Ты, блядь, нет, такой не на хипстер. Блядь, ну это просто ужас какой-то. Это вообще пиздец. Отвратительно. А тоже ужас какой-то. Блядь, что за пидоры? Уличные. Блядь, ну я не знаю даже, ну это какой-то просто кошмар. Ограбление скрытым. Почему я выгляжу как дебил какой-то? Ограбление модное. Да можно без ограблений, пожалуйста? Костюм. День святого Валентина. Давайте, скоро у нас уже, в принципе, через пару недель. Так, блять, как это относится к Дню святого Валентина? Это скорее, блядь, к Дню святого Тарантино. Блять. Так. Так, это очень интересно. Барыга, делец, блять. Криминал хочу. Сука, такой вор прям в законе. Это вообще пиздец гоночный. Что это такое? Блять, еще Шумахер, что ли? Мотогоночные, каскадёрс, ну, блядь, ну, тоже какой-то ужас, дедлайн. Дедлайн у меня завтра, так, ладно, шучу. Импорт-экспорт очень интересно, авиагонщики просто пиздец, контрабандисты, я в ахуе. Водолазные, Да-да-да, очень интересно. Пижамы. 80 тысяч за пижаму? Нет сохраненных костюм. Ладно, обычный, давайте посмотрим. Во, вот это мужик, блядь, старый добрый. Блядь, это вообще пиздец. Это Егор Дюдяев, блядь, был таким у нас, нахуй, мистер Номан. Блядь. Сука, ну и пидор, а? Вот что, блядь, за люди? Это ебаный в рот. Что, блядь, почему этот костюм? Точь-в-точь, как у меня, а я вроде не костюм покупал. Может, мне сходилось, как костюм я ходит. Давайте элегантное что-нибудь возьмем. И, блядь, застегнутое. Деловое. Деловое. Вот это очень прикалывает.
Блять, по-моему, просто охуительно, если честно. Магнат, блять. Реально, просто имбалансная хуйня. Приебал где-то свой мотоцикл я. Ну, в принципе, и похуй, я хочу продать что-нибудь свои машины и купить что-нибудь соответствующее моему статусу. Но причем это должно быть такое прям интересное. Я хочу что-нибудь продать, потому что у меня уже очень много транспорта, он меня заебал, я его не использую. Мне хочется что-то кардинально новое. Единственное, что, чтобы продать, например, все, мне нужно будет просто тупо перелопатить. Кучу раз зайти в GTA, чтобы продать все, потому что можно продавать только по одной машине за заход, и второй раз можно продать лишь там через полчаса, например. Фьюта! Блин. Так, давайте механику позвоним, вызовем что-нибудь самое ненужное, прям отвратительное, уродское. Надо еще будет ограбление на ковер Перико сделать. Блин, что я сделал? А, у нас есть 620 Андер Дубста. Так, ну, я думаю, чем будем брать-то? Сука, ну он даром... Блять, он меня аж убьет! Ты ебанул! Все, увидел ствол, сразу обоссался. Ну, все понятно, блять. Типичное ссыкло, блять. А, так, позвоним все-таки еще раз механику. Где он у нас? Я думаю, что мне вызвать. Механик. Электрокары и фьюта, такие противоположные предназначения. Фьюта, я думаю, продавать не буду, она у меня, в принципе, абсолютно устраивает. F 620, тоже она стоит дешево, к тому же дубсту. Все думаю, дубсту продать, на самом деле, она заебала, если честно, Z-Type, хуй знает. Вот, на самом деле, можно было бы Z-Type продать, потому что все-таки он не особо едет, он в сериях уже кучу раз посветился, поэтому, думаю, можно его продать, все-таки. В конце концов, Кайо Перико может сыграть разочек и снова заработать на него, если что, что, блядь, ты фоткаешь. Ты фоткаешь вот эту хуйню? Ебанулась, что ли? Дура, блядь. В чем проблема продавать машины, это то, что ты ее вызываешь, сможешь, ну, блядь, она мне же нужна. Но, блядь, что-то как-то хочется что-нибудь нового. С другой стороны, ну, смотрите, давайте... Давайте посмотрим так, а что я могу вообще купить? Что я могу купить взамен Z-Type, например, да? Сколько он там стоит? 950 тысяч или сколько, хуй знает. Допустим, ну, Legendary Motorsport, да, мы возьмем самый популярный сайт, что-то мне сейчас подлагивать стало, ну, обычно меня не лагает, так что вы не пугайтесь, пожалуйста. Допустим, что-нибудь, не знаю, Гудверное, блядь. Или вообще 4, давайте, блядь, какой-нибудь. Блять, что так сильно лагает? Не надо так лагать, то в глазах ребит, блять. Минус Стефорд. Что-нибудь ретро-то можно? Ретро, как бы, ну, 80-й, да, как бы... Сознавайте, да, трудность выбора. Особый-то, блять, это вообще пиздец. Сортировать по цене. Блять, раньше вот можно было просто все открыть и отсортировать по цене уже так. Нахуя они ввели вот эти дебильные фильтры? При том, что 9 лет люди как-то разбирались, что им купить. А, что это за хуйня? Какая-то хуйня там, блядь. Ужасно, ужасно. Так, а что у нас на Southern, блядь? Или Бенни можно посмотреть еще, кстати. Legendary Motorsport. Блядь, короче, хуйня какая-то. Так, не заебала машина, сейчас на заднем фоне пиликать, блядь. Можно уедем отсюда, пожалуйста? Мы просто уже... не нужен. Ну, как бы, вот эта машина мне тоже не очень нужна. Она такая неуклюжая, блядь. Дрифт у нее какой-то получается очень стрёмный, смотанный. Ее кидает, она тяжелая. За ней её ничего не видно. Ну, то есть, такое себе. Так, мы отъехали, в принципе. Давайте здесь продолжим посмотреть, так сказать, наш тираж того, что у нас есть. Southern, это хуйня. Так. Избранное, блядь, что избранное? Я что-то добавлял в избранное? О, здесь, кстати, мне кажется, можно что-то такое интересное найти. Так. Ну, блядь, джип Чироки ЕХЗ. Так, это все у нас дорого стоит. Предположим, у нас есть миллион, допустим. Вот, ну, хотя бы на будущее, значит, можно купить Ford Mustang. Ну, тут нужно смотреть по вот этой цене, потому что нет никаких агентств, естественно.
Так, а я 86 я не куплю, это слишком дорого все. 1 380 000, ну имплант, блять, нахуй тоже мне не нужен. Это тоже какая-то херня. Я помню, у меня выпал с казино, но мне как-то было похуй на него, если честно. Какая-то залупа. Есть Volvo. Volvo тоже какая-то хуйня. Есть Вьюта, какие-то погребальницы, блядь. Убермахт, Сентинель. Это, кстати, интересная вещь, надо посмотреть будет. Так, ну это всякая хуйня, хотя тоже, наверное, интересно, но все-таки не очень. Так, динги какие-то, блядь. Шиваль Пидор, все понятно. Так, это тоже очень интересно. Динка Бриста Компакт. Ну, короче, полное говно. Вот меня заинтересовало только вот... Вот это. Это у нас что такое? Это у нас типа BMW. Так, а еще что у нас? Это у нас двухдверные были, а четырех. Четырехдверные можно отсортировать, пожалуйста? Спасибо. Сука, можно тебе не пиздить там, пожалуйста, на ушко? Да, вот и Жигули бы сейчас купить здесь. Кстати, есть вот этот Мерседес. На самом деле, почему-то не обращал я до него внимания. Машина-то интересная. Подождите, ну-ка. Только я не знаю, сколько он сильно едет. Ну-ка. Скорость ускорения. Ебейшее ускорение. Давайте купим, слушайте, блядь. Но сначала я продаю все-таки Z-Type. Хотя сколько он там стоит? 200 тысяч, в принципе, я мог это сделать заранее, чтобы мне его привезли. Так что давайте делаем это заранее, наверное. Потому что вести его буду долго. Серия будет, опять же, наверное, не очень длинная. Ну, хотя фиг его знает. Так, сортируем. Блять. Где-то было 4-дверных. Я что-то раньше не вообще не обращал внимания, оказывается, у нас вот такая машинка есть. И это реально интересно. Так. Я понимаю, что все уже выключили это видео, и никто его не смотрит, потому что, ну, смотреть на это ужасно. Так, давайте какого цвета возьмем? Какого там цвета они обычно бывают? Типа оранжевого какого-то, блять, я не знаю. Желтый такой себе, синий, может. Вот он в таком цвете приедет. Ну хотя давайте, да, потом решим, в принципе, уже. Это закрыто, 200 тысяч. А, нет, не-не-не-не-не-не. Что? Заказ не обрабатывается, подожди. Я забыл, мне же нужно продать. Иначе я просто так, допустим, если я захочу удалить какой-то транспорт, вместо него поставить новую машину, то мне скажут, что пошел ты в жопу, и вообще, типа, мы тебе ничего не заплатим. То есть, если эта машина, например, стоит там 850 или 950 тысяч, я точно не помню. Если я ее заменю, то она просто испарится и все. То есть деньги мне не вернутся, поэтому мне нужно ее ехать продавать. Как бы смысл какой? Интересное завершение, просто больше мы не увидим за тайп. Ну хотя, кто его знает, может быть, когда-то опять куплю, как долбоеб, как всегда. В общем, была серия, как я переоделся и. Блять, там свастика нарисована на боку. Еп. Тайм-код напишите, ладно. Так, ремонт. И... Ну вот, посмотрим ее последний раз. Продать 600 тысяч. Ну, в принципе, не 800, да, то есть там какая-то цена скошивается, но, в принципе, плохо. Транспортное средство продал. Тут съебал уже сидеть на одном и том же. Так, ну что, давайте закажем наш замечательный Мерседес, партюнингу его, и думаю, на этом серия закончится. Посмотрим как раз-таки, что он может. Ну, может быть, там прокатимся совсем чуть-чуть объективно, да. Хотя можно, на самом деле, устроить в другой серии тест-драйв, чтобы не тянуть время. Так, Мерседес, Юни Хипстер. Так, химии купить. Так, мы купили за 200 тысяч Мерседес. Просто не доложу, что очень интересно. Действительно, скоро ваше новое транспортное средство прибудет в гараж. Где можно увеличить количество FPS, пожалуйста? Можно спросить? Блять, вот эта машина, это просто, конечно, пиздец отдельно. Она у меня была в летней солянке, по-моему, насколько я помню. Или что-то типа этого. Кстати, можно пересмотреть будет, я тогда не смотрел эту солянку. Это просто пиздец. Это что-то вроде Шевролета старого.
помоем заодно, что такого-то. Еще вот мне интересно, а я вот смогу, если как-то грамотно заехать, типа перелететь вот эту дендопрясию? Мне что-то подсказывает, что нет. Поэтому... Хотя нет, здесь очень мелко же, правильно? Или нет, подождите, здесь глубоко. А это кто такие? Что за пидорасы? Подождите. Вы что думаете, вы меня обгоните? Откуда тут взялись-то вообще? Я, блядь, по воде даже умею ездить. Как будто вам одним можно что-то. А, ты решил, видимо, на сушу прыгнуть, я правильно понимаю? Куда побежал в трусах-то? Ой, не хотел, братан, извини. Чел на мерсе, давайте ему поможем, думаю. Ему требуется помощь наша. Куда ты убежал-то? Я... Блядь, что с ним? Ты что, не понял, что ли? Блядь, ты что? Этот куда-то тоже педрило побежал. Что с ним происходит, ребят? Мне интересно, он на тот желтый сядет? Ну? Садись же, ну. Вот тебе, вот, блядь, мопед твой. Ты чё, что, даже не сядешь на него, что ли? Давай, садись. Блядь, вот помогаешь людям. А они, как всегда. Ну и чё, а чё остановился-то? Бежать. Чё у нас есть? Револьвер, блядь, мое любимое оружие. И куда ты побежал? Забег с препятствием, да, я так понимаю? Ладно, похуй. В общем, вот, а мы пока ждем. И я думаю, что с ним, блядь. Я думаю, сейчас уже доставят наш Мерседесик, поэтому поедем поближе. Лос Сантос Кастомс. Так, ну, я думаю, можно, в принципе, сделать вот так. Ой, что-то заглохло. Не понимаю, что-то как-то... Так, давайте магнитофон погромче сделаем. Думаю, так будет правильный. Блядь, катера какие-то. Что за хрень, блядь? Вот тут можно? Оп. Ой, что-то, блядь, там тормозные диски, что ли? Что такое это, блядь? Странная хуйня, ладно, так. Почему это я становлюсь психопатом? Что вы это решили? О, у меня машина даже не взорвалась почти. Вам кажется. Так, мы должны были... уже доставить. Какая звезда? Вы чё, блядь? Какая звезда? Механик, блядь, где моя нахуй машина? Педопу, блядь. А, вот. Он мне доставил так быстро? Я чё, просто так катался там, что ли? Давай, блядь. Сука, тут... Блядь. Тут эта машина. Блядь, они сюда едут. А как от них спрятаться-то? Где? Бля, кстати, хорошая машина, реально. Я думаю, если надолго оставлю. Интересно, если просто вокруг объехать и... они реально ничего не сделают? В принципе, мы уже сбросили звезды, так что, я думаю, можно спокойно объезжать. Блять, она еще дрифтит, ебать. Не, это реально лучше, чем Z-Type. Не знаю, почему я не замечал, но машина реально хорошая. Блять, копы, ну можете уже сброситься, пожалуйста? Просто тяните время. Да ладно, похуй, они меня не видят. Поехали. Да, сейчас буду искать транспортные средства обязательно. Обязательно поищу. Так, ну что? Ух ты, тут, блядь, много, на самом деле, всяких пунктов. Ну, не знаю, что брони, пока посмотрим. Тормоза, все такое. Вот бампер, мне интересно, что это. Мне стандартно получше будет, я думаю, потому что, ну... Бамперы. Ну, хз, хз, такое себе, не знаю, не очень. А двигатель... Почему-то здесь мисклик какой-то происходит. Ну ладно, давайте еще улучшим.
Да-да-да. Так, ну это так. У нас какой дефолт? Ну вот такой. Может быть вот такой сдвоенный, такой и... Слушайте, ну расширенный. Бля, мне кажется, смотрится лучше всех. Не знаю, может я не прав, конечно. Блять, или все-таки вот этот. Как вы считаете, если кто смотрит, глушитель двухстволка или расширенный? Если кто напишет, такой и поставлю. Хотя мне, на самом деле, вот этот больше нравится, не знаю почему. Капот, можно ржавый просто, блядь? Что это за херня? А, он просто цвета меняет, почему нельзя было сделать карбоновый или ржавый, например? Так, ну, музыка, я думаю, здесь можно... Не-не-не. Не, не вот это. Да блин, не. Да. Так, не скрип обычно. Музыкальные. Угу. Я думаю. Бля, мне кажется, вот это будет смотреться очень натурально. Есть какие-нибудь окраски? О, краска, блядь, или как она называется? Рас... Сука. Нет, это не то, подождите. Какой багажник, блядь, какой турбонаддув, блядь, какие колеса, подождите. Блядь, почему здесь не сделали... Блядь. Фары. Ну вы ебанулись, что ли? Ну да, неоновый набор очень хочется установить сюда. Предотвращение еще. Хотя знаете что, фары, я думаю, здесь реально лучше поставить вот эти. Хз, почему? Ну, как-то, блядь, желтые такое. Хотя ладно, давайте потом. Сначала сделаем стиль, потом уже посмотрим. Так, это все понятно. Крыша, что у нас? Ебать, вот это хуйта, ебаный, в рот, какие-то сумки. Отдать 142 тысячи, пороги. Да, это так много меняет, не знаю. Какие-то вот лишние мисклики сейчас происходят, не понимаю, как это работает. Вот нажимаю один раз, он нажимает и два. Стекла. Поэтому здесь подойдет слабое затемнение такое, ну, типа, будет нормально смотреться. Естественно, сейчас мы изменим окраску в машине. Это было логично. Так, какого цвета у нас будет баржа? Блять, ну не зеленого, как бы явно. Мне нужен такой, типа, вот кремовый кофейный. Я просто немножко под впечатление от того, ну, ролика, который я кучу раз смотрел у Академика за... Когда в шоу дешевки у него был Мерседес за 50к, это, я считаю, вообще лучшим роликом на его канале, не знаю, какой-то мне оно очень нравится. Так, вот типа такого что-то, ну, не знаю, светло-коричневый. Можно было бы здесь отдельные кузовные элементы еще вот делать, вообще было бы замечательно. Светло-бежевый хаки, такое себе. Соломенный. Хз. Давайте, кстати, может быть, если любой из этих довольно нормально смотрится. Но не вот этот, и не вот этот. Так. Ну, или светло-бежевый, или соломенный, или песочный. Это какой-то слишком кофейный. Давайте, наверное, что-то вроде вот этого возьмем. Матовый, я думаю, здесь не смотрится. Металлик, в принципе, не нужен. Возьмем дополнительный. Тоже классический. Синий сурф нам явно не нужен. Эта вся хуйня тоже. Ну вот, я не знаю, я бы взял какой-нибудь... Бля, вот типа вот этого чего-то. Вот, вот, вот это вот прям оно. Белый не то. Вот, вот, кремовый. Вот прям что-то душа у меня к этому лежит. Крыша. Ну, блять, это какой-то дедовский колхоз, не знаю, такое себе. Это вообще пиздец, но это тоже. Порой, блять, подвеска. Блять. Ну, не знаю, насколько стоит его ронять, но мне кажется, спортивную бы ему не мешало сделать. Блять.
хуйня Slow Rider, блядь. Ну, так как там, например, машина сидела почти на отбойниках. Давайте, я не знаю, спортивную сделаем. Наверное, спортивная больше всего подходит. Трансмиссию, ну, наверное, гоночную, хуй знает. А чё жалеть-то? Багажник. Пиздец, из одной полосочки тут 13 кусков надо платить. Ебанутый, что ли, совсем? Конечно, придает, может, какой-то антураж, я не знаю, не шары, может быть, стиль там, да, или что-то. Короче, я менять точно не буду. Я просто, наверное, поставлю... Цвет колес тоже нельзя. Шины, наверное, ставлю. Не знаю, может быть, пулестойки не надо ставить. Хотя нет, пусть, может быть, подрифтим еще, так что не будем ставить пулестойки под покрышки. Дым тоже не стоит. Ну, просто колеса аппетитно, смотрите, да? Ну что вот здесь? Стандартные диски. Что? Ну, вот это? Что? Здесь нет штамповок, понимаете? Были бы здесь штамповки. Lowrider, да, вот это типа стандартные. Ну что, что вот это вот с такой идиотской резиной? Ну, как бы, ну, не катит, да? Допустим, да, тюнер вот этот там, они очень дорогие в основном. А нет, это не то. Вот здесь есть вот эти уличные. Это просто пиздец, то есть у них опять же резина какая-то странная, стрёмная. Ну хотя вот еще здесь резина нормальная, но сами диски, конечно, оставляют желать лучшего. Ну да, это ужас, это ужасно. Блять, это просто кошмар. Трековые. Давайте посмотрим, что тут есть. Ну, тоже ужасно, конечно. Не сильно этот Мерседес хорошо смотрится на этих дисках, но я не знаю, просто что тут можно поставить. Да, вот везде спорт, блять, вот просто спорт. Давайте, там и спортивные дрифтеры. Что здесь может подойти? Чисто объективно ничего. Так, кстати, внедорожник на самом деле бывают неплохие диски, но... Я думаю, не в этот раз логично. То, что, ну, блядь, ужасно тоже, опять же. Увы. Тюнер, вот, на самом деле, диски нормальные в тюнере, но, блядь. Почему такие уродские шины? Почему? Это, конечно, смотрится. Ну, тоже какая-то хуйня, если честно. Так, давайте еще что мы хотим. Броня. Ну, эти 12 тысяч. Хотя, можно, конечно, нету было, но похуй. Тормоза у нас не работают, двигатель. Бамперы тоже, опять же, мы не ставим, нахуй не нужны. Глушитель мы уже поставили. Капот, что у нас? Вот такое себе. Вот если крыло можно было, например, поставить, это было бы реально классно. Можно было бы такие уникальные машины носить. Так. Что? Хз, они так со стороны желтым светят. Ну похуй, везде все ставят ксенона, я такое оставлю. Я думаю, стоять будут обычные сандрезовские, хотя вот, например, вот эти, мне кажется, смотрятся получше. Так, ну а краску, я думаю, мы выбрали. Ну, не дает такой крыши, во-первых, но она уродская, ладно, я не буду смотреть. Пороги. Какой от них смысл вообще? Подвеска, я думаю, тоже. Хотя вот, блядь, раллийная на самом деле. Это совсем, ну вот, опять раллийную поставим. Трансмиссия говно. Тут на дух не можем. Колеса вот, блин. Нет ничего тут такого, ну понимаете, да, как вот это, ну, блять, ну, вот уже на Волгу на нашу похоже, скорее, спорт, ну тоже, ну как бы, ну что, ну что здесь объективно можно поставить, да, то есть, ну, ничего не смотрится по антуражу, ну ничего. В общем-то мы прокачали как могли, так что, выходим. Она еще дизельная, по-моему, ебать.
Вот, кстати, вот хороший получился у нас такой автомобильчик, способный, так сказать, разрывать еще на старости лет. Была бы у меня машина этой зимой, конечно, успел бы я подрифтить. Но пока только так. Нет, кстати, машина лютая на самом деле. Вот, объективно, был бы еще здесь какой-нибудь 126-й Мерседес. Или там 123-й, 124-й. Вот было бы вообще круто, но довольствуемся тем, что есть. На этом мы, в принципе, будем заканчивать серию. Всем спасибо, кто посмотрел. С вами был World Gaming и... Ну, это ужасно. Нельзя так заканчивать серию. Поэтому с вами был World Gaming. Подписывайтесь на канал, если вы хотите. Но если не хотите, не подписывайтесь. Кстати, нормально все-таки. Нормально я поставил выхлопные трубы. Хотя можно было бы единичные, никто бы ничего не заметил. Ну да ладно. Это мы заканчиваем серию. Блять, прям на ветку. Всем пока.